конечно, повлияли санкции, безусловно, потому что большое количество оборудования мы покупаем в долларах, и то, что у доллара такой курс неприятный, это не может радовать. Да, действительно, мы видим, что русский народ затянул пояса, мы видим, что определенное количество денег уменьшилось, но я считаю, что ну, это правильно, потому что ну, хватит уже прожирать так бездумно и бессознательно, то есть получая, когда деньги сваливаются на голову, то есть люди русские иногда совершенно нерационально ими управляют. Поэтому санкции — это зло и это благо, потому что отрезвляет. Я надеюсь, что это нас отрезвит, укрепит, да и вообще все, что не убивает, делает нас сильнее. Что, какие рецепты? Никаких рецептов, ребята. Учитесь экономить и рассчитывать собственные силы на дальней дистанции.